В городской казахской модельной библиотеке состоялась читательская конференция. Мероприятие было организовано в рамках 80-летия Уралхана Абукея. В нем приняли участие читатели библиотеки и студенты местных образовательных учреждений. На совещании было рассказано о творчестве талантливой личности. Уралхан Абукея – один из писателей, который оставил неизгладимый след в казахской литературе. Его работы также являются одними из самых читаемых. Он был первым писателем, который в своих произведениях связывал журналистику и художественную литературу. Его стиль письма также был уникальным. Участники собрания с удовольствием читают произведения Уралхана Абукея. Уралхан Абукея – негізі шебер. Уралхан Абукей – умелый, талантливый человек. Какую бы работу мы ни взяли, это философия и психология. С раннего возраста любой человек, будь то ученик или взрослый, с легкостью прочтет. Произведения имеют большое воспитательное значение. С начала учебного года мы стараемся регулярно приводить студентов в городскую библиотеку и участвовать в таком мероприятии с целью приобщения детей к чтению, обучению, любви к литературе и искусству. Творчество Уралхана Абукея очень обширное, богатое. Его повесть «Хар-Хаза» обсуждалась на литературном вечере. Студенты изучали тему, также искали и рассматривали мысли других ученых о писателе. Стоит отметить, что первая версия рассказа была написана в 1977 году. Анализируем его работу «Хар-Хаза». Я думаю, что это произведение имеет глубокий смысл, что добро и зло идут рука об руку, а зло идет за добром. Уралхан Абукей внес большой вклад в казахскую литературу. Данное произведение – одно из самых известных. В целом, на данном мероприятии читатели смогли всесторонне познакомиться с нравственной жизнью и творчеством писателя. Один из участников мероприятия рассказал о творческом пути личности, другие же рассказали о достижениях в области журналистики. Конференция нацелена на популяризацию творчества, привитие молодежи любви к своей стране, земле, привлечение к библиотеку как читателя, приглашение к чтению, а также привить интерес к творчеству казахских поэтов-писателей, повышение интереса к национальному потенциалу. В завершение мероприятия участники посетили книжную выставку «Алтайдың Кирбугусы», посвященную творчеству поэта-писателя. Зарина Беккалиева, Самал Искакова, Алишер Шакубаев, Кокши Ахпарат.